Я с тобой в предыдущем ролике, зритель, попрощалась, но тут решила заснять. А сама вдруг только что заметила. Вот эта штука поменьше, а это побольше. Тут просто стало сейчас, хотела сюда вот эту кастрюлю поставить. Тут вот трещина, в принципе, давно была, но как-то вот эта фигня, она, наверное, все-таки еще горячая немножко. Была вытащена, ну, вообще, я не знаю, как тут оно ворочалось, кто туда лазал. И тут вот этот второй круг, он тоже с трещиной, и мне пришлось его обратно возвращать сейчас. Может, когда соседка бревнами там ворочила, оно тут как-то поднялось, фиг знает. Ну, печка-то уже допотопная. И в свое время надо было бы ее подделать, но у нас же, как обычно, всем лишь бы... Ну, тем, кто может поделать, им лишь бы ни хрена не делать. В общем, вот, вот это поменьше, но тут и поменьше жар. А это побольше, и тут побольше жар. Я хотела сейчас сюда воротить обратно эту кастрюлю. И вон там такой приступочек, туда можно было ставить утятницу или блюдо с кашей, оно там доходило. В принципе, и сейчас также можно, если ее, ну, если она не капризничает и нормально протапливается. Возвращаю камеру на зарядку обратно.